большинстве своем, конечно, доволен, в первую очередь, результатом, содержанием игры на непростом поле. Вот, на выезде команда Бергеркара очень мотивирована была. В первую очередь, конечно, нам нужно было сыграть спокойно, хладнокровно. Марат Измайлов сегодня появился спустя сезон. Как прокомментируете его? Я считаю, что отличная игра с его стороны. Он отыграл все 90 минут функционально. Уже подходит в хорошей форме. И, конечно, его присутствие сегодня очень помогло нам. У нас ровный состав, и мы рассчитываем на, в первую очередь, на всех футболистов. Долгий сезон, много игр. Каждую игру надо выходить и играть на пределе своих возможностей. Поэтому я не отделяю никого из футболистов. Тот же Володя Быстров, который сегодня не попал в заявку, и Буэ, они все игроки основного состава. Надо делать результат всем. Задача минимум наша – это попасть в группу, а после этого мы будем дальше ставить задачи, но цель ясна. Мы хотим добиваться успеха в Лиге Европы и, конечно, проходить от тура к туру дальше и дальше.